Ну, я, наверное, про себя просто расскажу свои изначально. Вот я в 89-м году, у меня Виталий Афанасьевич Петровский и Борис Иванович, меня еще, моего друга, пригласили из команды «Север-Север» в Архангельский водник. Вот мы вдвоем пришли вместе в команду. И можно так сказать, что первый год такой был не очень хороший у меня лично. У Димы как-то получилось, он сразу в составе стал играть, а у меня все-таки не очень получалось. И я уже подумал уехать обратно, вернуться в родную команду «Север». Конец сезона был, уже я согласие, в принципе, тренеру дал Севердвинску, моему, вот, кстати, царство ему небесное, Александр Леонидович Лебедев, наставнику, который нас в «Север» пригласил, когда мы с армии пришли, отслужив 2 года. Ну и конец сезона, тут у нас был турнир по ригбенди в Омске, и мы этот турнир выиграли, ну, очень хорошо, здорово сыграли, там явные фавориты были Свердловск, СКА, по тем временам одна из сильнейших команд в стране, они, ну, здорово играли вообще, игроков сборной было много. Вот мы как бы выиграли этот турнир и получили право вот этой путевки поехать на Кубок мира в Хофорс по ригбенди. И я тут для себя решил, что все-таки надо еще попробовать силы и остаться в воднике. И этот, поехали на этот турнир, очень опять там здорово, незабываемое впечатление. Если сейчас, наверное, так уже никогда ни у кого, наверное, не будет. Я имею в виду, другие времена уже пришли, там все. Мы там, такой подъем был эмоциональный, очень здорово там, ну, другие совершенно времена. К нам очень здорово в Скандинавии, там шведы относились, там совсем по-другому, не как сейчас, конечно. Доброжелательно, очень приветливо. И у нас такой был эмоциональный подъем, там все-таки незнакомая страна, уровень жизни очень высокий, там и сами сильными командами играли, и самим себя проявить хотелось, там, и мы выиграли этот турнир, первый наш международный турнир, и вообще первая, можно сказать, первая победа такая серьезная у команды. Как-то у нас это само собой получалось, выходили, играли, там, никаких, в принципе, уже и установок не надо нам было. Мы настолько были там заряжены. Может быть, нас это сильно и отвлекало, что мы не всегда думали про хоккей. Там все хотелось увидеть кругом. И в те далекие эти времена, 90-е, там такое по-другому все было. Сейчас, наверное, не поверишь, что мы там буквально за 5 минут до игры собирались, коньки надевали, клюшек не хватало, выходили на поле, друг другу передавали клюшки, но все это так, как бы, играли хорошо, скажу, старались все, имеется в виду, но не было вот такого напряга, как-то была такая обстановка, что без напряга мы все это. И в финале-то выиграли очень сильную команду «Вестерос», там половина сборника, сборной Швеции были, ну, по большому хоккею. Может быть, нам где-то повезло, может быть, и, ну, везет, как говорится, сильнейшим. Столько их было, этих кубков выиграно, вот целая галерея там кубков. Наверное, все были чемпионаты важные, вот эти, ну, первые, конечно, это, сами понимаете, когда первый раз, ты, никто до тебя не становился, это самое, наверное, такое было незабываемое, это что-то, нечто было там, как бы. И интересно, что мы там, как бы можно сказать, на хорошее место то в плей-офф попали там в последний момент. Так получилось, что мы вторыми оказались в своей группе, в западной зоне. А вот как-то мы подошли вот именно к плей-оффу. Тогда же это первый сезон был Владимир Владимирович Янко. И поначалу мы его не совсем понимали, что он от нас хотел. Тяжело перестроиться, у каждого тренера свои требования, у Виталия Афанасьевича Петровского свои требования, он по-другому немножко видит игру, у Владимира Владимировича другие требования, плюс все-таки, скажем так, что команда в то время, как бы, игроки-то хорошие были в плане, ну, уехали самые ведущие, там, Гапанович уехал, Ярович уехали из клуба, там, Селинский, и как бы тут у нас, конечно, были определенные потери, потому что это лидеры команды были, и на лидерские позиции надо было выходить другим игрокам. Ну и в тот год еще плюс к нам 2 очень талантливых игрока пришли с Мончегорска, там, Игорь Коняхин и Саша Тюкаин, который до сих пор играет в «Динамо» Москве, там самый, наверное, сейчас заслуженный игрок, у которого больше всех титулов
Ну и Игорь, вот все эти 9 чемпионств и все, что вот здесь выиграно, это тоже все он принимал участие непосредственно. Они тогда очень здорово влились в команду и сильно помогли. Как бы Саша через год буквально уже стал лидером команды, там, одним, скажем так, одним из лидеров. У нас таких явных лидеров в то время не было, что мы как бы вся команда, все друг друга, друг за другом тянули, друг другу помогали. Это вот получилось сплотиться, что ли, не знаю. Ну, здорово все получалось. И в общении, и внутри команды все это складывалось. Может, это тоже немаловажно было в то время. И, говорю, наверное, вот этот чемпионат, первое чемпионство, мы как бы от игры к игре все прибавляли. Мы просто уже не боялись соперника, нам без разницы, кто против нас играл. Вот какой-то был эмоциональный такой подъем, что мы чувствовали, что мы выиграем, мы все равно сможем это сделать. И, не знаю, тут, конечно, и Владимир Владимирович, и Борис Иванович, и Виталий Афанасьевич все вместе как бы нас к этому подводили, вот именно психологически, что тоже немаловажно было, конечно, в команде, что поверили в себя, начиная вот с этого полуфинала, толчок нам огромный дал. И в финале мы обыграли. Очень упорная борьба была, матчи очень такие были упорные, тяжелые. Первое чемпионство и полный стадион болельщиков, и знаменитую рыбку мы сделали, там, нырнули на льду, покатились там. Как бы. И народ потом повалил на лед, там, не знаю, милиция там пыталась оградить, но тяжело было, кое-как мы там со льда тоже все ушли там. Все знали, кто такой Янко уже тогда. Он уже был тогда тренером сборной, он уже выиграл чемпионат мира, он тренировал 2 года Красноярск и Енисей, и потом как, у него какая-то пауза, он как бы для себя, он уехал в Финляндию работать. И мы не помним, на сборах или где-то были, мы проезжали, а он работал в Лаперанте, Вейтера, там команда финская. Мы проезжали через Финляндию, через Вейтера, на своем автобусе ехали, и там останавливались, товарищескую игру играли там, и вот, Борис Иванович все было. Я думаю, что может у них это все и раньше они уже обговаривали это. Ну, и он как-то первый раз мы с ним увиделись. Ну, он очень общительный человек, все, наверное, прекрасно знают, что он очень общаться он умеет, и любит очень много рассказывать, и эмоционально все это, как бы, и, не знаю, хорошо тогда, как мы, можно сказать, тоже в рот ему все смотрели. Все-таки у него уже имя было, достижение. Я не скажу, что мы как-то плохо относились или нет, все, у нас прекрасное отношение. Тут и с Виталием Афанасьевичем было, но тут какой-то новый толчок был дан, просто новый тренер, что-то поменялось просто. Я говорю, поначалу у нас очень многое не получалось, и доходило до того, что Янко говорил, что не, ребят, наверное, у меня с вами ничего не получится, я там уеду. Это буквально было еще перед самым Новым годом, а потом как-то у нас, не знаю, что с нами случилось, какой-то толчок. Ну, в принципе, говорю, немножко была изменена подготовка, наверное, тоже наша, в плане и летом вот эту базу, которую закладывали, что-то изменилось, может, как бы мы вот потом все на пик формы все лучше стали, и функционально мы очень здорово подошли именно плей-офф, хорошо у нас все, стало многое получаться. Третье чемпионство, когда в 98 году мы первую игру дома сыграли 6-0, и такой незабываемый момент, мы уже все, предматчевые последние слова, уже выходить на лед, Владимир Владимирович что-то, как обычно, сказал, такое все видно, что все очень мотивированы, настроены, сосредоточены были. И уходили на лед, и он, я последним уходил, он такой, говорит, как думаешь, выиграем? Я в то время уже, наверное, один из самых опытных был игроков, там Юра Лохунин только, наверное, старше меня был в то время. Да, там старше уже никого не было. Я говорю, будем бегать на поле, биться там, так еще сказал, как собаки. Он говорит, тогда все будет у нас нормально. И мы выиграли здесь 6-0, а нам надо как можно больше было мячей забить, разницу сделать. И все равно мы выиграли, пришли в раздевалку, вроде радостно, но все спокойно еще понимаем, что еще полдела только делали. Еще самое главное и самое-самое тяжелое будет в Иркутске.
знаем, сколько там болельщиков ходит, как они свою команду любят, как они болеют. Плюс, тут немаловажно, всегда вопрос, как, какое судейство будет. Свои-то силы мы вроде верили. Но вот все эти нюансы, подводные течения, как бы 12-й болельщик, вот это именно болельщики, 12-й игрок. И когда мы вышли на поле, весна же уже, а у них в Сибири весна, это совсем по-другому. У них как бы уже почти все сухо становится в это время. Ну, все-таки у них более сухой климат, континентальный, по сравнению с нами. У нас влажность высокая, у нас весной все равно все течет, и ты радуешься этому солнцу. Но там вот вышли, и на стадионе 30 тысяч болельщиков, это, а стадион помещает всего у них, по-моему, 25. Это еще дополнительно куда-то 5 тысяч влезло все это. И просто это гул стоит такой. Я такого больше никогда не видел. Я, главное, всегда для меня было, чтобы я играл в основном составе, чтобы я помогал команде, чтобы я таким же был как бы соучастником этой победы. Не знаю, у меня таких данных, как там у Свешникова, там у Гапановича не было. Я, может быть, больше отличался работоспособностью. У меня другая работа на поле была, больше помогать, чтобы нам не забили. Ну, по возможности, если получается, и самому подключаться. Следить как бы тут, ну, тут много нюансов. В те времена, 80-е годы, игроки достаточно рано заканчивали. В 30 лет ты считался ветераном команды. Вот тут еще такой момент, конечно, и Янко пришел, нам сказал: ребят, кто вам сказал об этом? Когда первые чемпионами мы стали, мне было как раз, вот мы выиграли чемпионат, и буквально тут на следующий день, или не помню, или в этот же день, или до этого, у меня 23 марта день рождения, и мне как раз 30 лет исполнилось, когда мы первый раз чемпионами стали. Как бы я, и вообще, когда пришел Янко, я думаю, ну, сейчас Владимир Владимирович будет будет стараться брать больше молодых игроков, что нам уже всем пора заканчивать. Как бы, и тут такие движения-то в эту сторону были. Там игроки, там, которые были в то время в команде, там, еще старше нас, там, наверное, им 32 было, 33. То потихонечку он их из команды убрал. Но я не знаю, из-за возраста или из-за игры, все скорее, конечно, может быть, критерием был в первую очередь игра, потому что он нас с самого начала стал внушать, что, ребят, я паспорт никогда не смотрю, мне не важно, сколько. Этот урок я, наверное, на всю жизнь запомнил. Если у тебя скорость есть, ты игрок. Если ты теряешь скорость, значит, пора уходить. И скорость, выносливость, пока это все есть. Ну, это про остальные качества не говорится, это само собой подразумевается. Техника, тактика, понимание игры. А вот такие вещи, что именно вот он всегда говорил, потому что все-таки мы проповедовали русский хоккей, а русский хоккей — это всегда был скоростной хоккей, скорость в первую очередь, размашистый, там, чтобы бежали фланговые атаки, просто атаки идут веером, там тоже все надо бежать было в полную скорость, и на той же скорости надо успевать было возвращаться и снова опять бежать в атаку. Поэтому скоростные качества были, можно сказать, на первом месте. И командная скорость от этого зависела. Именно вот как все вместе мы бежим, на какой скорости играем. Тут очень много дал нам в этом плане, и я говорю, сейчас, и наверное, с того времени и пошло, что 30 лет — это только рассвет начинается, можно сказать. В принципе, сейчас вы прекрасно видите, что до сих пор в чемпионате играет там Андрей Золотарев, 43, Паша Фран доиграл до 45, Юра Логин 46, по-моему, доиграл, или 47, я уж там запутался, до скольки они доиграли, но это очень возраст для хоккея, это себя в такой форме держать. Ну, это база большущая, большая работа проделана была в молодости, что и отношение к себе как к спортсмену, как к профессионалу. Вот Саша Тюкавин сейчас играет, ему сколько ему тоже, по-моему, 39 лет. Там целая плеяда есть, что сейчас это еще не возраст. Да, может быть, и им тяжелее намного стало, когда вот в плей-оффе, может, будет тяжелее, а в чемпионате. Тут все от человека зависит, как он к себе, как профессионал относится к своей работе. Общий вклад у нас, мы никогда не делили, кто больше, кто меньше. Вообще такого никогда не было.
даже наоборот как-то переживали, почему ты тут сам не стал добивать, ты пас отдаешь, там, ты надо, что ты тут это. Наоборот, такие вещи как-то наоборот по-другому было. И в обороне друг друга спрашивали, почему, если ты мог прибежать и не отыграл. Ну, друг друга спрашивали тогда, не просто молчали на поле, а говорили, почему ты, ну, по-хорошему, не зло там, а почему не помог там, почему здесь так сыграл. И никто не обижался, как бы это было нормально. Наверное, поэтому мы и выиграли тогда.